Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня у нас будет распаковка моей новой видеокарты. Это компания MC и видеокарта 1050 Ti Gaming X. Заказал ее в розетке. Вот, в пакетике таком она была. Вот пакетик, розетка. Кто в Украине живет, тот поймет, о чем я говорю. Что за розетка, магазин и так далее. Это нам не нужно пока что. Вот, гарантийный талон. Гарантия 36 месяцев. Там четенько. Как бы больше года гарантия. Фокус живи. Ну, покупал я ее в гривнах, если говорить, то за 5500 гривен. А в рублях, не знаю, это будет 1012-13. Вот здесь все документы. Вот сама коробка. Gaming X, это означает, что она разогнанная. Есть просто 1050 Ti, она не такая. И, по-моему, не от MC она идет. А вот MC, Gaming X, это просто мощь. 4 гига, DirectX 12 стоит. 4 гига оперативы. В гигерцах я не знаю, сколько она выдает, я вам не могу сказать. Но вот такая вот коробочка, короче. Давайте вот так посмотрим. Фокус. Во. Вот такая вот коробочка. 4 гига Gaming X. Давайте вот так покажу вам. Ну, как видите, все хорошо. У нее подсветка, видите, вот. Показывается, что у нее подсветка есть. И так далее. Все здесь показывается, естественно. Но это даже очень хорошо. Я подобное видео не снимал, конечно, я снимаю это для своего канала. Думаю, вам интересно будет посмотреть такой видос. Пришла она, кстати, мне за сутки, то есть вчера я ее заказал. Примерно в такое же время, как сейчас я и снимаю это видео. И она не пришла буквально за сутки, я пришел на почту, отдал деньги и забрал. Буквально за сутки она пришла, и это очень быстро, как по моему мнению. Так, сейчас я вам буду показывать, распаковывать ее при вас. Вот такая вот коробочка, как я ей показывал, вот. Такая вот хорошая коробочка. Сейчас будем ее распаковывать. Коробка, кстати, очень красивая. Открывается она вот здесь сверху. Давайте я вам покажу. Здесь сверху она открывается. Вот так вот остается это все. И вот здесь вот так вот все достается. Вот такая вот коробочка. В принципе, это нам не нужно пока что. Итак, сейчас посмотрим, что же нас здесь встречает. Вот такая вот черная глянцевая коробка. Вот так вот выглядит все. В принципе, довольно хорошо. Вот так вот как-то все выглядит. Вот фирменный знак. Давайте фокус. Фирменный значок. Вот такая глянцевая черная упаковка. Давайте ее откроем. Так. Открываем. Одной рукой, конечно, неудобно открывать. Откроем сейчас. Вот она. Открыли. И открываем, что у нас здесь находится. Здесь у нас находится, давайте достанем, все как есть. Так, здесь у нас находится инструкция, наклеечки, вот такие вот наклеечки. Не знаю, куда их клеить, правда, но куда-то найду приклеить, короче. Тут у нас идет такой комикс по установке, очень прикольно выглядит, это реальный комикс. Давайте покажу вам даже. Вот такой вот комикс. Почему динозавры, это как бы логотип компании, поэтому как-то так. Тоже мы убираем. Вот такая вот инструкция, какая раскладывается. Ну и, естественно, диск с драйверами.
Вот, все вот такое, это MC написано, все вот такой вот коробочке. Ну, думаю, это тоже нам надо, это мы убираем. Так, вот самое главное то, что лежит в этой коробочке под вот такой вот штукой. Ну, такая вот хрень какая-то, короче. Нам тоже не нужно. Это у нас что такое? Это сайт MCI, по-моему. Типа, зарегаться-то надо. Ну, в принципе, кто хочет, можете зарегаться. Ну, кто покупает такие вот видеокарты. Итак, вот самое важное, это видеокарта. Так, одной рукой, конечно, опасно это делать. Но давайте откроем. Так. Тяжеловато открывать, конечно. Вот. Так. Момент истины. Просто. Давайте откроем ее. Так, вот я достал. Вот сама видеокарта. Давайте так положу. Вот сама видеокарта. Корпус работает. Молодец. Так, вот эта наклеечка для того, что типа ее никто не открывал, ей никто не пользовался. Но убирать пока что я не буду. Убирать вот такой дракон рисован. Прям, блин, мега круто, я вам скажу. Система охлаждения 6 степени стоит, что-то типа такого. Вот так вот все выглядит. Вот охлаждающие трубки стоят. Кстати, кому интересно, почему я купил новую видеокарту, как бы у меня до этого тоже была неплохая видеокарта, Radeon там какая-то. Мне пришлось ее продать, потому что там сыпалось ядро. От чего сыпалось ядро, как я предполагаю, это было от перегрева. Ну вот эта видеокарта перегреваться не должна, потому что, ну, видите, там кулера такие вот, там жесткие. Вот вентиляторы у нас. Блин, выглядит очень круто. Просто, ну реально, она. Я хотел покупать обычную 1050 Ti, но ее не было, и пришлось покупать вот эту 1050 Ti Gaming X. Ну блин, все довольно круто выглядит. Вот радиатор этот, охлаждение просто бешеный. Это она, ну, не тяжелая. По-моему, даже меньше, чем моя предыдущая видеокарта. Серьезно, по-моему, даже меньше. Ну точно я вам это сказать не могу, но вроде бы да, меньше. Смотрите, даже давайте вот так вот положим. Вот здесь такие вот заглушечки, такие снимаются, видите? Вот они. Вот такие вот заглушечки. Это на входе. Давайте ее обратно оденем. Пока что. Так, вот я одел. И вот еще заглушечки вот такие вот здесь есть. Вот. Везде заглушки. Это HDMI, кстати, видите? Вот. Это у нас HDMI вход. А это у нас... хер пойми, какой вход. По-моему, здесь 6-пиновый вход, и как-то так он... А, вот, да, вот 6-пиновый вход. Ну, блин, она, по-моему, ну, она помощнее, чем моя. У меня, по-моему, была 2 или... Нет, 3 гига, по-моему, моя была. Здесь 4 гига. Хер, сколько, не знаю, я вам показывать не буду, рассказывать там. Но все очень круто. Все просто очень круто. Я доволен своей новой покупкой. Вот, кстати, вот эти хрени будут светиться, видите, вот. Эти хрени будут светиться, короче. This is Deshaun. This is Deshaun. This is Deshaun. Welcome to my world. Welcome to my world. You ready to take a journey? Здесь будет светиться, и, по-моему, даже можно менять подсветку. Так что все очень круто. Фокус живи. Все очень круто. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ждите видосов по этой видеокарте, ну, именно как я играю, в принципе. Я в такие тяжелые игры не играю, но, возможно, какую-то скачаю специально, чтобы ее протестить. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. I